Несоответствие светопропускания стекол транспортного средства может привести к опасным ситуациям на дороге, как для самого водителя, так и для других участников движения. Также недопустимо использование шторок или покрытий, которые ограничивают обзор с места водителя. Согласно требованию законодательства Российской Федерации, коэффициент светопропускания передних, боковых и ветрового стекла должен составлять не менее 70%. При выявлении фактов нарушения требований законодательства Российской Федерации сотрудниками ГИБДД при остановке транспортного средства, на которое нанесено покрытие дополнительное, составляется административный материал по статье 12.5, часть 3 Административного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают для нарушителей административный штраф в размере 500 рублей. Кроме того, если водителя вновь остановят на автомобиле, светопропускание которого не соответствует установленным нормам, то ему, помимо очередного штрафа за тонировку, будет грозить наказание за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Наложение административного штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов. Также может быть принято решение об аннулировании регистрации транспортного средства. Автоинспекторами госавтоинспекции города Ленинск-Кузнецка на регулярной основе проводятся рядовые мероприятия по выявлению водителей, управляющими транспортными средствами с нанесенными дополнительным покрытием на передние, боковые, а также ветровые стекла автомобилей. В результате данной работы в текущем году полицейские пресекли более 1000 подобных фактов на территории обслуживания.